эмоции перед сокомандниками, но это и 3-3. Колеса как раскрутил, ты какой так забил? Слушайте, ну вот 1-1. Спустя 17 минут и 4 секунды. Вот он с мячом. Включается в центр, убирает на замахе. Левой удар, гол! Только я заговорил, что это три фаула в матче первого круга, он забил его второго. Всем надо уличам. И вот сейчас ворота пустые, и это понимает ли Зайко. Штанга! Берулаев 3-1! Ну вот это игрались в игру с пятером. Подопечная Кирилла Мусалова. Ура, вот сейчас контратаку, но как Алхаров ставит ногу. То же самое делает Афанасий Федоров, вот игра на встречных курсах. Гадибов в центр смещается, бьет воротом и забивает. А там Гадибов сокращает отставание в счете за 8 минут и 59 секунд. Зайцев, Истомин. Истомин начудил, здесь и 3-3. Думали о том, о Гадибов, в элементарнейшей ситуации. Демин, Костенко и Гадимов попытаются забить влево. Великолепная передача Зайкова, право!